Бюджет на будущий год сформирован в условиях, связанных с падением темпов роста, а в некоторых случаях и снижением поступлений в доходную часть. Тем не менее, по сравнению с нынешним годом, в 2017 планируется увеличить доходы на 35, а расходы на 21 миллион рублей. В абсолютных цифрах 975 миллионов и 1,36 миллиарда рублей соответственно. Структура бюджета осталась без изменений, то есть основные расходы – это жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, культура, физкультура и спорт. При разработке основных направлений бюджетной налоговой политики администрация района исходила из консервативного прогноза доходов по формированию бюджета. Это позволило заложить реальные планы доходных и расходных частей, минимизировать риски недофинансирования закрепленных расходных обязательств. По словам Александра Фрыгина, сейчас на сайте районной администрации создается портал «Бюджет для граждан», где будут размещаться сведения, которые наиболее интересуют жителей. Это основные статьи расходов, финансирование социальной сферы, реализация муниципальных программ. Предполагается, что максимально полная информация о бюджете будет использоваться не только профессионалами, но и более широким кругом пользователей, включая специалистов, бизнес-сообщества, жителей, которые интересуются экономическими вопросами, происходящими в городском поселении. В итоге бюджет на будущий год был принят единогласно. Сергей Дадыко, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».